Привет, мои хорошие, с вами снова Гоша, и сегодня мы продолжаем выживать. ЛП зомби-апокалипсис у нас продолжается, и у нас там сзади уже стоит мелкие зомби. Ну, а мы продолжаем, точнее, заканчиваем этот ЛП, ну, а мы начинаем. Итак, погнали! Итак, это финальная серия ЛП Зомби Апокалипсис, да? Скорее всего, потому что все, потому что у меня уже, как видите, все есть для того, чтобы пойти в Эндермир и там все сделать, в принципе. То есть убить Эндердракона и все в этом духе. В принципе, на этом мы ЛП закончим, на том, что мы убьем Эндердракона, и на этом все. Потому что, ну, смысла дальше я не вижу от чего-то. Здесь у нас мелкие зомби. Вот, кстати, подтверждение того, что эта серия не, так скажем, бесполезная, потому что... Точнее, не без зомби, потому что вот он зомби. Да, только он тупой какой-то. Тупой мелкий зомби. Ха. А я его легко убью сейчас. Я не знаю, почему вообще он сюда прибежал. Ну, ладно. Короче, давайте-ка заставим назад. Я бы с удовольствием выложил бы ненужные вещи мне, но, в общем-то, у меня, ну, как бы нету сундука. Поэтому, наверное, так и отправимся в Эндермир. В общем-то, погнали. Итак, удачно то, что мы заспавнились прям близко. Во-первых... Это очень хорошо, то, что мы заспавнились прям близко, вот, к островку. Ну, здесь, естественно, зомби не будет, здесь будет только дракон и эндермены, вот. Поэтому давайте-ка быстренько, короче, все вышки разрушать, чтобы убить эндердракона. В принципе, я не думаю, что я много чего буду скипать в этот раз. Вот раз, так как мы просто убиваем эндер-дракона, я не вижу смысла скипать все остальное, так скажем. То есть, вот эти вот, вот это все я не буду скипать, то, что я делаю. Мне бы отсюда до туда добраться, но, знаете... Не, даже не думай. Короче, я лучше всего использую лук. Есть. У меня есть 3 стрелы. Блин. Надо пониже было целиться. Ну все, 3 стрелы. Я прокекал, так скажем. Одну. Ну, в общем-то, все остальные более-менее нормально. Самое главное, это не сдохнуть. У меня, если что, вода есть. Для того, чтобы спокойно спуститься, но... Ну как спокойно, не совсем спокойно, но спуститься. Да. Но как бы, блин, нужно быть осторожным все равно. Вот. Не хочу ничего скипать, потому что просто-напросто это не нужно. Просто-напросто серьезная серия тогда будет пипец какая маленькая. Вот. Может только если когда буду убивать самого дракона. А так вышки пока что я уничтожаю. Я могу это не скипать. Да. Следующий ЛП я даже не знаю, какой будет, если честно. Возможно, не ЛП зомби-апокалипсис, а ЛП-апокалипсис просто. Вот. Типа, ну знаете, есть мод на апокалипсис. Ну вообще, я устрою голосование в телеге, скорее всего. А может быть на ютубе? Посмотрим. Скорее всего на ютубе, потому что в телеге сейчас пипец как мало кто голосует. Хотя я серьезно не понимаю вот таких вот людей, которые сидят у меня в телеге и не голосуют. Типа, серьезно, почему не голосуют, непонятно. Ну ладно. Ну типа и смотрят посты мои и все в этом духе, да. Короче, мы, получается, уже какую вышку по счету уничтожили? 4-ю? Вроде бы. Нам остается, в принципе, не так уж много вышек уничтожить. Всего их вроде бы 12, насколько я помню.
Так что почти... Ну... Короче, неплохо так уничтожили уже. Да. Чё-то как-то многовато вышек... О, я могу отсюда даже достать. Многовато вышек с решетками. Две уже вышки с решетками. Да. У меня обычно подряд две вышки с решетками не попадались. У меня обычно по одной попадались, а потом после... Ну, то есть, там хотя бы расстояние какое-то между ними было. Вот. Ну, ладно, в принципе. Самое главное то, что пока что все без происшествий каких-либо особо. Ну, раз только меня только что что-то ударило. Скорее всего, это дракон ударил меня немножко. Задамажил, так скажем. Вот. Пять вышек уничтожено. Ой. Так, спокойно. Куда я зашел? В инвентарь, что ли? Видимо, да. Так, 6 вышек уничтожено. Теперь остается, в принципе, немного. Да. Всего же половина вроде как осталась. Вроде как, серьезно, вышек 12, если я не ошибаюсь. Нужно и посчитать. Уф, вот это было опасно, то, что эндермен там пробежал. Так, я на вас не смотрю, эндермены. Ну, пока что, как я и сказал, без особых происшествий. Потому что если бы... Были бы какие-то особенные, да скажем, происшествия, то было бы плохо. Ну, то есть, например, он бы меня бы столкнул с вышки. Ох. Это было бы плохо. Очень плохо. Надеюсь, что он не столкнет меня с вышки вообще. Ни разу. Потому что я не хочу этого. Так. Ну, а сколько там вышек осталось? Раз, два. Дальше там еще одна, по-моему, вышка. Короче, 7 вышек мы уничтожили. Так, я вижу здесь... Да-д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 а! Классно. Так, я вернулся. Как я сказал, мы 7 вышек уже уничтожили. Да. Вот. Вообще... О, нет, 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 нет. Я просто бегу, короче, да. Я не хочу с эндерменами сражаться. Вообще, сначала ЛП был очень интересным. Вот. Типа, всем он зашел сначала. Потом почему-то всем разонравилась эта ЛП. Ну ладно, не всем, конечно, но многим разонравилась эта ЛП. И почему-то, ну как бы, блин, сейчас его мало кто смотрит у меня. Да блин, да отстаньте, отстань. Не хватало. Я бы мог бы, конечно, под себя воду разлить в тот раз. И в этот раз могу, как бы, блин. Да блин, да заколебал. Так. Да... Как вы это делаете? Да харе. Так, все, идем дальше. Так вот, я мог, конечно, воду под собой разлить, но я как-то не успел. Вот. Слишком уж резко это все было. Вот. Что ж, я не успел среагировать. Да. Так, спокойно. Не-не-не-не. О, слава богу, что не попал. Нет! Итак, я установил точку спауна. То есть, вот, как вы видите... И, в общем-то, давайте-ка дальше. Кстати, как я увидел, там 30 уровень опыта уже. О, быстро телепортировало. Вот. И, короче, ну, это хорошо, да. То, что 30 уровень опыта. И вроде бы я, по-моему, успел сломать вышку, насколько я помню. Поэтому 8 вышек сломано. Вот. То есть плюс 1 вышка. Эх, остается сломать, ну, в принципе, немного. В принципе, немного остается. То есть остается либо 4 вышки, либо меньше. Я точно, как я сказал, не знаю, сколько я сломал. Сколько, точнее, вышек вообще. Короче, как я понимаю, мне сюда. Да. Так. Да, все меньше и меньше у меня блоков. Но ничего страшного.
не такое переживали, так скажем. Как хорошо то, что у меня сохранение инвентаря включено, потому что я бы заколебался тут. Вот серьезно. Без сохранения инвентаря играть. Да давай же. Да блин. Есть. Не туда я просто нажимал немножко. Так, 9 вышек сломано. А, 10 вышек всего. Я понял, я чуть-чуть ошибся. У нас 10 вышек всего. Так, окей. Нам осталась последняя вышка. Я бы мог бы отсюда добраться, но я не хочу рисковать. Меня может в любой момент просто взять и столкнуть дракон края. Да. Поэтому будем спускаться и подниматься на ту вышку последнюю. Да. Всего теперь я знаю, сколько вышек. То есть всего 10 вышек. И как бы все. Вообще я не думал то, что этот ЛП так быстро завершится, потому что я думал то, что мне будет намного сложней, но оказалось то, что намного легче оказалось из-за того, что, возможно, я сохранял инвентарь из-за этого, может быть, а может быть из-за того, что, ну, мне просто везло, вот. Потому что алмазы мы достаточно быстро найти нашли, вот. Мне вообще ЛП все практически заканчиваются достаточно быстро. Все, короче. Дракон, я иду к тебе. Я сейчас спущусь к тебе. А, либо же ты поднимешься ко мне. Офигенно. Да в смысле? Я же разлил воду. Итак, я вернулся. А, привет. А чё это мы тут делаем? Не понял. Ты обнагрел совсем, что ли? Офигенно. Спасибо нафиг. Не понял. Это что было? Меня толкнула эта штука? По-моему, да. Короче, капец какой-то. Дракон меня просто решил вот так вот подставить под конец. Ладно. Вот это подстава от дракона. Это я понимаю. Так, ладно. У нас получается, нам нужно всего лишь добить дракона. И, в принципе, все. Нужно лишь ждать, пока что он... Да. Сядет туда вот. Давай, садись. И я к тебе подхожу и бью, начинаю бить. В принципе, не так уж и сложно сражаться с драконом края. Просто немножко проблематично. Вот. Да, в некоторых местах. Вот. Особенно тогда, когда он кидает свое вот это вот дыхание. Точнее, не кидает, а... Короче... Да. Изрыгает, так скажем. Так, и у нас, в принципе, остается практически половина здоровья у дракона. Если сумею, то добью до половины. Да, половина здоровья. Не-не-не-не, да ты заколебал. Ну ты, ну тебя еще тут не хватало, блин. А что это за зелье только что было? А, это я понял, я понял. Это дракон кинул. Просто как-то неожиданно было. Есть. Убил. Так. Ладно. Давай, 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 давай. Уже меньше половины жизней. Это хорошо. Очень хорошо. Уже намного меньше половины. Ой-ой-ой-ой-ой. Я чуть не сдох. Вообще было бы классно, если бы я вообще не сдох за это все время. Но, в принципе, ну, ничего страшного, то, что я сдыхал, мне кажется. Ну, именно от дракона. Не-н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 е. Хватит. Так, осталось совсем чуть-чуть. Есть! Все. Офигеть, эндермены там близко были. Все. Конец дракону. Вот и все. Здесь яйцо дракона. Самое главное, раньше времени не прыгнуть в портал. Опыта дофига. Ну, вот так вот заканчивается наш ЛП. Да. ЛП зомби-апокалипсис. Освободили зомби от дракона. Ладно. Шутка. Плохая шутка. Ну ладно.
Ну, короче, да, все получается. А, я мог еще и эндерперл использовать. Ну ладно. Ну, в принципе, это все получается. Вот такая последняя серия, коротенькая достаточно, да. Сейчас зашел спектатор, да. В общем-то, тут был сундучок тот. Давайте-ка посмотрим, что тут еще могло быть. Ага. Это библиотека, но я не знаю, в ней я был или нет. По-моему... Да, по-моему, я был в ней. Да, я тут был. То есть, это та самая библиотека. Как же хорошо то, что есть теперь спектатор. О, зритель, точнее. Вот. Режим зрителя. Ну что, можно вот так посмотреть. И на этом, в принципе, закончить. Да. О, вот, кстати, еще одна библиотека. Потом давайте-ка посмотрим, что там в ней. А сейчас я хочу посмотреть вообще, что еще есть. Было. Здесь еще сундук. Там каньон какой-то, кстати. Или не совсем каньон. Ну, просто пещеры, короче. Да. Здесь, в принципе, еще один сундук, как я вижу. И это, в принципе, вот все, как бы. Ага, железный шлем и еще один эндер-жемчуг. В принципе, эндер-жемчуг это неплохо. Я считаю то, что это даже, я бы сказал, очень классно. Вот. Так, ага, здесь еще один эндер-жемчуг, то есть уже три. Пластинка. Хорошо. Ну и золото. Так, смотрим, что в нем. Ага, понятно, компас и книги. Да, бесполезный сундук, если честно. И что тут? О, вот это неплохо, вот это мне неплохо, неплохо. Ну, правда, опять же, типа, зачарование так себе. Ну, только проводник один, в принципе, неплохо. А все остальное, ну, типа, верность, в принципе, тоже, ну, не так уж плохо. А вот что за неизвестная карта? Это просто карта, которая... Ага. Ну, это просто карта местности, и все. Да, кстати, особенность этого выживания в том, что я был не в алмазной броне полностью, а, получается, частичной алмазной броне. То есть, у меня был железный нагрудник. Но, в принципе, это не важно. Самое главное, что я практически был полностью в алмазной броне. Мне только не хватало нагрудника, и, в принципе, все. Ну, и, в принципе, на этом все. Да. Вот такое вот видео у нас получилось. А с вами был Гоша29. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а оставляйте свои топовые комментарии. Делитесь с друзьями, также не забывайте нажимать на колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока-пока.